мечтала о морях, о кораллах. Я хотела супа из черепаши. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. Передо мною встали горы громады, и к подножию щекой припадаю. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. А весною я в несчастье не верю, не боюсь я капели морозящей. В лесу линяют разные звери, это я помню, не линяет только солнечный зайчик. А в лесу линяют разные звери, не линяет только солнечный зайчик. Дорогие друзья, на Пятом канале программа «В нашу гавань заходили корабли». Здравствуйте, 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 дорогие телезрители. Здравствуйте, дорогие друзья, Эдуард Успенский, Элеонора Филина, Дмитрий Петров, Юрий Бадал, а на сцене Светлана Сорокина и доктор Игнатов. Последний куплет добивайте. Кто вам подсказал? За порогом встали горы громады. Это уже пели. Это мы уже пели. Я к подножию щекой. Это вы уже припадали. Теперь припадали. Это уже. И не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. И не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. Будем повторять. Я мечтала о морях, о кораллах. Я хотела супа из черепаши. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. Ура! Светлана, проходите сюда.